кокарю. Этого копчики-то не забрали. Внизу? В смысле внизу? А вот их принесли, потому что такие вот иконы, не знаю почему, вторая часть хранилась. Именно в углах почему-то собирали такие, скажем, ценные вещи. Да, логично. Вот здесь вот эта здоровая икона стояла. Да, смотрите, лампы. Есть там, ребят, пишите в комментариях, есть в этих лампах что-то ценное или нет. Я слышал, что таких вот лампы прям собирают, потому что там дырок металла. И вот дома все практически в таком вот состоянии. Все покосившие, печи разобраны, полы сняты, кругом валяются тряпки, частично остается мебель. Мебель советского времени, такие вот, знаете, которую мастера ремесленники, умельцы по дереву сами делали. Вот печи в основном все вот такие. Из-за этого спрос местных жителей на нее
разбирают старые дома именно вот на эти половые доски. Паутина здесь вот жутко такая, да. Красный угол, икона. Красный угол, икона. Вот это вот вещь приятная. Жалко, что у нас украдли. На подоконнике икона. Фотографии мужские. Как вы думаете, в этом доме кто доживал свой век? Мужчина или женщина? Наверное, хозяин жил с собакой. Собака, возможно, хозяина здесь пережила в свое время. Потому что в углу какахи собачьи. Мужская и женская одежда. На вешалке у нас тоже мужская и женская. По одежде не сказать, кто здесь доживал век. На столе вижу часы. Советская эпоха. Пуговицы, станки, посуда, рюмки, кружки. Да, кругом рюмки, ребята, кругом рюмки. Любили выпивать. Дом большой. В этой части дома жили одни. А вот за этой стенкой вторая часть. У нее мы не пройдем только через соседние. Вот вещь интересная, ребята. В музей. Так, здесь что у нас? Бардак, непонятно что. Да и кругом здесь бардак. Инструменты здесь только вот пока я вижу для чесания бревен, снимать кору с них. Все, вот они такие добротные, грубо сказать, новые, не сточные. Смотрите, видите, да? И я думаю, их стоит взять для музея. Что за музей вы, наверное, кто меня смотрит постоянно? Я иногда собираю предметы существования наших дедов, прадедов, отцов, матерей. И все это я сдаю в школьные краеведческие музеи. Так, вон еще одна дверь, но она сколочена. Отсюда вижу, потому что комрады через окно залазили. Вот, ну я здесь как бы в этой деревне ничего такого царского, я имею в виду царской эпохи, еще не встречал. Кстати,
сараи для скотины выглядят куда надежней и добротней, чем сами дома. Ладно, я вам не все дома показываю, а только когда думаю, стоит включить камеру. А так здесь домов, не знаю, сколько километров эта деревня. Туда 2 километра. И туда хрен еще знает сколько. Там я еще не был. Вот, так что я думаю, сейчас металлоискателя рюкзак и также пойдусь, посмотрюсь. Может, что интересное и будет. Ладно, смотрим заброшки пока. Ребят, очередной заброшенный домик, но он такой, знаете. О, смотрите еще. Нифига себе. Здесь копают металлолом, ребят. Это хреновина. Взять и распилить. Я думаю, килограмм 300 точно будет. Раньше металл раньше делали толстый. Я думаю, блин, это москвич, да? Москвич Комбик. Группа конструкторов и дизайнеров оборонного предприятия «Ижмаш» в конце 60-х годов, взяв за основу «Москвич-412», разработала новую модель, которая получила обозначение «Иж-2125» и пошла в серию в 73-м году. При общности конструкции она давала владельцам дополнительные возможности при перевозке багажа. 9 лет комби был единственным советским хэтчбеком. Это «Москвич», да? «Москвич Комбик». Фары левая на месте, поворотники на месте, решетка. Иж, не москвич, а иж. Иж комби. Офигеть. Что у нас внутри? Внутри, конечно, все. Запчасти разобрали. Интересный фрагмент заброшки. Бампера целые на месте даже. Ну вот такое, ребят. Болгарку взять по металлу и распилить. Эти вещи-то как бы советского времени, они как бы хорошие, да, вес металла-то был. Ну даже смотри, практически не гнилой вообще, да? Он не гнилой, он просто кое-где, где потертости есть ржавчина. Это даже не ржавчина, это... Ну вот, ржавчина. Типа плесень, ну вот это уже, да. А так, смотрите, он не гнилой, крепкий металл. Смотри, так, сейчас. Да, интересный. Ну, а в доме, наверное, там крыша обвалилась. Стол стоит вот такой вот круглый. Паш, смотри, стол, столешницу круглую сделаю, и стол готов. Так. Ну, здесь, наверное, полы уже разобрали. Рядом деревня есть. И вот стопудово вот местные как раз и это все это дело разбирают. Так, пройти-то можно, но смысла туда идти нету, потому что тут нет ничего интересного. Заброшка как заброшка. Шурфленная. Да, частично, как обычно здесь. Во всех домах зачастую шурфят именно углы и все. Вот такую печь я впервые вижу. Очень интересная печь. Блин, такое ощущение, как будто крышу, блин, тоже разбирали. Потому что обычно, крыша, она падает. А здесь, ага. Интересно, не шурфленная, ребят. Просто как бы углы насчет закладных пошвыряли, но сами видите, здесь ничего не тронуто. Даже на вешалки висят, на них висит, короче, эта самая одежда. Прикольно. Посуда тоже, смотрите, лежит, как при прежних хозяевах.
лежит себе спокойненько, догнивает. Пластиковая посуда, стекляшечки и все такое. Как хозяин повесил. Смотрите, новая. Вообще новая. Как хозяин повесил, так она и висит. Вот так вот, ребята. Вот такие здесь заброшки. В принципе, здесь есть еще как бы желание сюда приехать. Потому что, как вы, может, еще не знаете, часть, может, еще не вышла. Здесь находки хорошие. Да, жизнь бьет своим ключом. Природа расцветает, живет, а что-то уходит в небытие. Ладно, поехали дальше.